Что, принимаете, нет? Ну-ка. Оп. Все. Спасибо большое. Давайте похмеляйтесь. Такие махом поняли, как надо, да, сделать? Это я уж. А так или в трубу, или в землю упадет и все. Одной это хватит, что ли вам? А? Одной хватит бутылки, что ли? Спасибо. Что-то нынче люди какие-то злые все, да? Что-то вообще мне. Да как я? Дай Бог вам здоровье. Вот у нас соседи, бля, не помогут, как создали, бля. Пиздец. Но тут хватает, раньше не было такого. Это сейчас вот что-то. Началось какой-то херни. Вот нормальный были, в этом году чуть вообще озверели. Давай еще одну вам бутылку дам, что одну пьешь? Раздевайся давай еще раз. Так. Все там четко, нет? Давай. Принимаем? Давай. Хоп. Все. Спасибо. Давайте похмеляйтесь. На еще одну сигарету. О. Спасибо большое. Ну давай петь. Это получается у вас заработок 500 рублей в день, что ли? Нет, вот так вот, да? Плюс зарплата, да. Ну 500, 600, где-то так. А зарплата сколько? 13-14. На двоих, что ли? Ну, вместе просто оформить один человек. И как это жить-то? И там сколько коммуналка у вас? 1800 где-то. Что-то пожрать надо, что-то одеть надо же, да? Ну, одежды достаточно, жрать хватает. Да. Вот это сигара за сигарой, то только сколько уходит. Согласен, что-то дорого нынче все, да? А чё не пьёшь-то? Открывай пиво-то, зачем? Чё он? Это пока на запас. Да прекрати ты чё на самом деле? На дорогу. Тоже маленько с вами пивка втяну. Чуть-чуть. Ох. А это мешок у вас с этими стоит, он уже все смятый, что ли, уже, да? Когда идем по дорожке, собирает на банке. Понял вас, понял. Ладно, от души. Спасибо большое. Да не за что, давайте удачи вам. Спасибо. Давайте.